Дорогие ребята, конечно, у кого-то из вас живут дома аквариумные рыбки. Вы любуетесь ими, заботитесь о них, показываете друзьям и радуетесь чудесному уголку природы. Вот о таком аквариуме написала рассказ Анна Владимировна Масс. Послушайте, пожалуйста. Мы с мамой шли по улице. Было очень холодно. Мама сказала, давай зайдем в магазин, погреемся. И мы зашли. Я еще никогда в таких магазинах не был. Вот красота! Вместо стен сплошь аквариумы. Вода светится и похоже, как будто включили сразу много цветных телевизоров. В ярко-голубой воде росли ярко-зеленые водоросли и плавали маленькие рыбки серебристые и в полоску, и красные, и совсем черные, и пестренькие. Они скользили в воде маленькими рывками вверх-вниз, влево-вправо. Или вдруг останавливались и висели в воде, только хвостики трепыхались, как флажочки. «Прелесть какая!» – сказала мама. «Посмотри вон на тех!» И я увидел светящихся рыбок. Они двигались стайкой, крохотные такие, черненькие, а вдоль тельца ярко-зеленая светящаяся полоска. «Мама, давай купим!» «Давай!» – сказала мама. «И вон тех, как они называются, скалярии!» «А посмотри, вон золотые! Мама, купим золотую!» «Ой, а эти!» – восхищалась мама. «Прямо как будто в больных платьицах!» Нас толкали, протягивали продавщицей чеки и банки, говорили «двух скалярий, мне вон ту черную, трех гуппи". Продавщица накалывала чек, брала в руки маленький мокрый сачок на длинной палочке, опускала в аквариум, резким движением подцепляла рыбку и пересаживала ее в банку. Рыбка принималась носиться по банке, а я представлял себе, как ей страшно, и мне было ее очень жалко. Тут какой-то дяденька из очереди посмотрел на нас маму и сказал: Я вижу, у вас никогда не было рыбок. Не было, сказала мама, но мы хотим купить. Тогда я вам посоветую купить и гуппи. Они неприхотливые, между прочим, живородящие. Как это живородящие? спросил я. А так, они не мечут икру, как все рыбы, а рожают живых детенышей. Рыбят, обрадовался я, да, только не рыбят а мальков. А скажите, спросила мама, могут эти рыбки жить в обыкновенной водопроводной воде или им нужна какая-то особенная? Могут водопроводной, только ее нужно несколько суток отстаивать и температуру, чтобы была не ниже 22 градусов, а то рыбки замерзнут. Они ведь теплолюбивые. И дяденька рассказал, как кормить рыбок, как менять воду, как чистить аквариум и подарил нам подводное растение в баночке из-под майонеза. Мы купили небольшой аквариум, кормушку, такое блюдечко без дна, и корм для рыбок, похожий на сухие семена, и еще грот, пластмассовый дворец с круглыми башнями. Дома мы поставили аквариум на подоконник, положили на дно розовые ракушки, которые папа осенью привез из экспедиции, посередине поставили грот и налили воду. Мама опустила в воду растение, а кончик прижала к ко дну ракушками. Получилось подводное дерево. Пришел папа с работы, увидел аквариум и сказал, молодцы, что купили. Света, правда, маловато, но это мы сейчас. И он приладил над аквариумом лампочку. И когда он ее включил, стало так волшебно, что я прямо отойти не мог представлял себе, как обрадуются мои рыбки, когда попадут в эту красоту. Сейчас-то они еще не знают, что они мои. Думают, наверное, кто нас купит, кому мы попадем. И я радовался за своих будущих рыбок, что они попадут ко мне и будут жить в таком красивом аквариуме. И вот наступил этот день. В руках у меня банка, закрытая крышкой, а в банке три рыбки. Падал снег, и чтобы рыбки не замерзли, я сунул банку под шубу и прижал к груди. Шел и разговаривал с рыбками про себя, чтобы мама не слышала. Уговаривал их не бояться, потерпеть. Папа открыл нам дверь и сказал, ну-ка, ну-ка, покажи своих рыбок. Я сказал, что сначала пущу рыбок в аквариум. Там мы посмотрим, а то они волнуются. Папа засмеялся и сказал, что рыбы не могут волноваться, что они вообще ничего не понимают. А я обиделся. Для меня мои рыбки сразу стали самыми лучшими. Я снял с банки крышку и пустил рыбок в аквариум. Они стали быстро-быстро скользить от стенки к стенке, а потом успокоились и начали рассматривать свое новое жилье. Теперь и я их мог как следует рассмотреть. Одна рыбка была серебристая с голубым хвостиком, как крыло бабочки. Я ее так и назвал бабочка. Другая ярко-красная с черным хвостом, быстрая, веселая, на петушка похожа. Я ее назвал петушок. А третья полосатая, будто в тельняшке, подплыла к стенке аквариума и долго на меня смотрела выпученными сердитыми глазами, а потом опустилась на дно и притаилась за ракушками, и сама стала похожа на полосатую ракушку. Я назвал ее матрос. Нет, папа был не прав, что рыбки ничего не понимают. Он просто не наблюдал за ними, а я наблюдал каждый день. Я заметил, что петушок подружился с бабочкой, и они плавают все время рядом и даже играют. Кружат вокруг грота, вплывают в одно окошко, выплывают из другого. Матрос был обжорой и драчун. Как только я насыпал корм, он кидался кормушки, кормушке, бодал своей полосатой головой бабочку и петушка, отгонял, чтобы не мешали, и принимался клевать корм, да так, что брызги летели. А бабочка и петушок переждут в сторонке, а потом, когда матрос насытится и ляжет на дно, подплывут и спокойно пообедают. Бабочка любила все рассматривать. Раковины, листики, ступеньки грота, на которых выросла зеленая плесень. Мне казалось, что она и меня рассматривает своими любопытными круглыми глазками и даже говорит мне что-то. Ротик у нее открывался и закрывался. Однажды я подошел к аквариуму и увидел. Вокруг бабочки плавают прозрачненькие крохотульки, штук восемь или десять. Мама! закричала я, смотри, ребята вывелись. Мама подошла и ахнула. Мальки, какие крохотные! Им же корм не проглотить, они с голоду умрут. Но мальки и не думали умирать. Плавали себе то стайкой, то рассыпались по одному. Я боялся, что обжор матрос примет их за корм, но он только сердито забился под ракушки и внимания на мальков не обращал. Мальки росли быстро. Через несколько дней уже клевали корм вместе с остальными рыбками. Очень смешно теребили семечко, растаскивая его на кусочки. Конечно, они еще были гораздо меньше взрослых рыбок, но уже плавнички у них отросли, и хвостики стали голубенькие, как у бабочки. В январе мама и папа взяли отпуск на неделю, и мы уехали к дедушке в мытище кататься на лыжах. Перед отъездом мы отнесли аквариум к нашему знакомому, дяде Мише, в соседнюю квартиру. Дядя Миша обещал, что будет кормить рыбок и даже сделает в аквариуме такое устройство, чтобы воздух шел и рыбкам лучше дышалось. Дедушкин дом был рядом с лесом, а прямо перед домом длинная снежная гора, я с нее катался на лыжах и на санках с другими ребятами, а папа с мамой уходили кататься далеко, в лес. Но это только в первые дни, а потом начался мороз, 40 градусов, и мы сидели дома и смотрели телевизор. Когда мы вернулись от дедушки, мама позвонила дяде Мише по телефону, и мы пошли забирать аквариум. Дядя Миша сделал, как обещал, устройство для воздуха. Столбик с дырочкой, а из дырочки бежали вверх пузырьки. Рыбкам очень нравилось это устройство. Они то вплывали в воздушный фонтанчик, то выплывали, то кружились вокруг него. Неужели мальки за неделю стали такими большими? А где бабочка, петушок и матрос? Вот эта серебристая с синим хвостиком похожа на бабочку, но не бабочка. Совсем не такие глаза и ротик не такой. А эта красная с черным хвостом похожа на петушка, но не петушок. Я бы петушка сразу узнал. А матрос плавает какая-то полосатая, но она совсем не похожа на сердитого пучеглазого матроса. «Это не мои рыбки», – сказал я. «Почему не твои?» – удивилась мама. «Твои?» «Нет», – сказал я. «У моих другие лица». «Скажешь тоже», – засмеялась мама. «Какие у рыбок могут быть лица?» «Да какая разница, твои, не твои?» – сказал дядя Миша. «Расцветка такая же?» «Ну и все. Голос у дяди Миши был какой-то виноватый, и я понял, что с моими рыбками случилась беда. «Где мои рыбки?» – спросил я и заплакал. «Да тут понимаешь, какое дело получилось!» – сказал дядя Миша. «Третьего дня ко мне гости пришли. Ну, курили в комнате. Ну, я и открыл на ночь балкон проветрить. А мороз был сорок градусов. Да ты не плачь! Ты посмотри, я ж тебе точно таких купил» даже еще красивее. Ну, а если эти не нравятся, хочешь, я тебе золотых куплю или вуали хвостов? Не хочу, сказал я. По-прежнему каждый вечер мама зажигает лампу над аквариумом. Вода становится ярко-голубой, как экран цветного телевизора. Из дырочки бегут вверх серебряные воздушные пузырьки. Водоросли разрослись и стали похожи на подводный лес. Плавают рыбки. Я их никак не назвал. Для детей мы передавали рассказ Мой аквариум. Автор Анна Масс читала артистка Галина Иванова. <music>